Ребята, в такую погоду. Давай на минутку. А что случилось? Да ничего. Вот. Ой, кто-то выбросил. Ходили, ходили, никому не нужно. А у нас ребенок. А у папы аллергия. Какой замечательный. Ну, возьмите. Ой, я даже не знаю, что с ним делать-то буду. Сумели его воспитать. Ребят, заходите, чай попьем, а? Спасибо, но мы торопимся. Пойдем. А, до свидания. Вот и старая дева с котенком. Что это за зверь? И после того звонка, значит, ни слова. Мам, я тебе все доложила. Это брелок и одновременно зажигалка. Я везла его Мише. Ты очень внимательна. Упустил хорошего парня и по-глупому. По-глупому. Мам, перестань. Я прошу тебя. Я увезу тебя отсюда. Черт мне с этой квартирой и с этой Москвой. Ты здесь совершенно одна. У тебя нет друзей. Ты закопалась в этих дневниках, тетрадях. А ты хороша собой, вона. Ой, мама. Вот там ты меня выдашь замуж. За аспиранта, лаборанта, симулянта. Я рожу тебе внуков, и ты будешь водить их в детский сад. Перестань. Мамочка, милая, это ты перестань. Ты! Нельзя рассчитывать на то, что твой единственный ребенок будет удачным. Нельзя, мама, нельзя. И уезжай отсюда! Оставь меня в покое, пожалуйста. Ты когда последний раз была у врача? Ой, мама. У тебя страшная тахикардия. Я вызываю доктора. Я все понимаю, но школу надо кончить. Да я кончу, никуда не денусь. Тебе трудно это сейчас представить, но жизнь — это не только любовь. Только любовь, если хочешь знать, это даже бедность. Ромка дурак. Он отрастил себе такое чувство долга, что его уже и носить нельзя. Я ему пишу об этом в каждом письме. Девочка моя, когда у тебя будет муж, ты поймешь, как это надежно и спокойно иметь человека с чувством долга. Чепуха. Почему? Я думала над этим. Долгом человек только вяжет. Но ведь должно быть что-то побуждающее человека ухаживать за больными, кормить стариков, беречь детей. Только любовь вправе побуждать. А если бы у тебя была несчастливая любовь, каким бы тебе тогда показался мир? А я бы просто не жила. Мне в жизни часто бывало плохо, но чтоб не жить, я никогда не думала об этом. Разрешите? Да. А ты представь, что у меня в жизни ничего нет, ни вас, ни мамы, ни школы, ни долга. А я всем этим, Катя, повязана, и все это меня держит. Кстати, очень надежно. Но это же не может быть у всех одинаково. Конечно, не может. Конечно. Но все-таки любовь меньше всей жизни. Поверь мне, девочка, на слово. Да? А как вы живете без любви? Мам! Мама! Я тут! Я готовлю чай. Ты как всегда. Незваный гость? Нет. Я так тебе рада. А где девочка? Я видела вас из окна. Пошла домой. Надеюсь, что домой. Трудный случай? Мам. Ай. А ты помнишь мальчика, который катал меня на велосипеде в 10 классе? Коля? Рыженький. Ага. Да. Ты всем повторяла, Рыженький — это фамилия. Рыженький — это фамилия. А ты помнишь, как ты злилась? Я? Злилась? У
человека должна быть высокая цель. Крутить целый день педали безнравственно. А мы были влюблены. Вот с этой девочкой та же история. Им тоже кричат безнравственно. Мамка! Я привезла отличный джем смородиновый. Такое это было счастье кататься с ним на велосипеде. Он тихо целовал меня в затылок, думая, что я ничего не замечаю. А мне хотелось умереть. Такое это было счастье. Надо было замуж выходить 17 лет. Ну и выходила бы. Ты же кричала, что это за фамилия Рыженький? Разве можно стать Рыженькой? А как у тебя с Мишей? С Мишей все ушло в слова. Выяснение сути. Сути чего? Когда тебе за 30, кто тебя посадит на велосипед? Мама. Он женится на своей лаборантке. Кажется. Третий раз отвечаю тебе. Учусь плохо. Мне ставят тройки из жалости. Директриса нам читала мораль. Вам и не снилось горе. И буравила меня глазами. Танечка говорит, что жизнь больше любви. А глаза у самой тоскливой, как у больной собаки. Мне снилось, что между Москвой и Ленинградом лопнула кора земли.